Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс, где на ежедневной основе мы размещаем большое количество контента и информации вам в помощи. Оставляйте обратную связь, фидбэк, что добавить, что убрать. Мы всегда открыты к предложениям. Как и ожидалось, сегодняшний день обещает привнести еще больше волатильности на финансовые рынки, поскольку сегодня у нас два очень важных фундаментальных события. Начнется все с выступления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в 11:00 по московскому времени. В последние несколько дней европейская валюта зажата в диапазоне 50 пунктов, продолжает консолидироваться на отметке 1.0550 рядом с этой планкой. И, на мой взгляд, уже назрело движение ниже, пробой поддержки уровня 1.05 и, соответственно, последующий тест нашей долгосрочной цели на отметке 1.0320. Я допускаю, друзья, то, что этот сценарий этого нисходящего движения может быть частично реализован уже в рамках сегодняшней торговой сессии. Потому что если не Лагард, которая коснется перспектив денежно-кредитной политики, точно прольет свет на имеющиеся быть или еще нет планы по повышению ставки в ответ на рост инфляции. И на это евро обязательно среагирует, потому что еврозона – это, пожалуй, один из немногих регионов, за которым стоит регулятор, центральный банк, все еще отказывающийся от сокращения экономических стимулов. Время, конечно же, покажет, какая стратегия в итоге верная. Стратегия, направленная на ужесточение монетарной политики, либо все-таки стратегия, которая предполагает все еще актуальную необходимость поддержки бизнеса и населения в условиях тех непростых экономических реалий, которые сейчас развиваются в мировой экономике. Но я думаю, что когда-нибудь к этому вопросу мы вернемся и будем уже рассуждать, оперируя фактами. Следом за выступлением Лагард в 15:30 выйдут данные по инфляции в США. Вот этот отчет, пожалуй, сейчас можно вообще возвести на Олимп. Более крутой статистики для американской экономики сейчас нет, потому что все, что делается американским регулятором, это сейчас в плане повышения ставки и запуска программы количественного ужесточения, это борьба с очень высокой инфляцией. И сегодняшний отчет по индексу потребительских цен, он нам как раз сможет подсветить перспективы дальнейших действий Федрезерва, которые могут стать более агрессивными, либо американский регулятор может замедлить темпы повышения ставки и, может быть, не рассматривать настолько агрессивно планы по активному сокращению портфеля облигаций, накопленного за время пандемии. В общем, друзья, несколько часов разницы между этими отчетами. Рынок точно будет закладывать определенные тенденции уже до момента выхода этих релизов. Я вас призываю контролировать риски, следить за загрузкой депозитов. Это всегда важно. Но когда у нас на повестке такой насыщенный фундаментальный фон, вы должны быть бдительны вдвойне. Как в итоге может отреагировать доллар? Индекс американской валюты, за которым мы тоже следим, 103.88, то есть фактически индекс доллара остается на максимумах более чем за 20 лет. И каждый раз, когда я комментирую перспективы доллара, я напоминаю вам про абсолютные факторы воздействия на американскую валюту. Игнорировать их нельзя, противопоставить им тоже нечего. Это самая агрессивная, наверное, с 70-х годов политика американского регулятора, которая направлена на предотвращение перегрева экономики и обуздание инфляции. Только что я отметил действия ФРС по росту процентных ставок и по анонсу программы, запуску программы количественного ужесточения. Вот
по этой траектории американский регулятор точно пойдет и дальше. Потому что при всех вводных новостных, которые есть на рынке, я думаю, что если копнуть глубже, вы наверняка со мной согласитесь, то, что причины для роста инфляции, они были, есть и остаются. Поэтому на одном из прошлых брифингов я допускал, что если по факту сегодняшнего выхода отчета по инфляции мы увидим все-таки цифры ниже, чем 2 месяца назад, это не будет означать то, что инфляция достигла своих пиковых уровней и дальше пойдет на спад. Сейчас, когда перейдем к фондовому рынку, я еще раз напомню вам о проблемах, свойственных для мировой экономики. И каждую из этих проблем можно легко обозначать, называть в качестве катализатора и триггера для роста инфляции в последующие месяцы. Поэтому в целом пик инфляции для американской экономики, он только лишь впереди. И как по еврозоне, так и по Англии, может быть, в Австралии мы увидим все-таки индекс потребительских цен выше 10%. Среди факторов роста доллара, помимо повышения ставки и ужесточения монетарной политики, хочется также выделить рост доходности американских облигаций. Десятилетний трежери держится в районе максимальных уровней с начала 2018 года. Спрос на доллар как на защитный актив тоже. JP Morgan, кстати, отметили еще одну причину, почему стоит покупать индекс американской валюты. Это относительная слабость других экономик, если сопоставлять их с экономикой США. И отдельная слабость JP Morgan была отмечена для стран Китая и еврозоны. Об этом мы, конечно же, понимаем, поскольку еврозона оказалась, по сути, под угрозой рецессии из-за энергетического кризиса. Китай, там своя проблема эпидемиологическая, локдауны, которые уже, по сути, похоронили все надежды на какие-то достойные показатели экономического роста. И во всем этом многообразии факторов до сих пор нету инструмента, который мог бы поконкурировать с долларом в плане своих защитных свойств. Все, друзья, падает, все снижается. Растет только индекс доллара, и я рекомендую вам еще раз задуматься о том, почему это происходит, и примкнуть к длинным позициям, поскольку многие и эксперты, и аналитики в порядке субъективного мнения, либо целый департамент аналитических инвестбанков ожидают рост индекса американской валюты еще больше, чем на 5%. Ну, 107-110 пунктов мы точно можем увидеть. По другим финансовым активам, евро против доллара, я надеюсь, то, что Лагард сегодня нам поможет как продавцам. И еще один акцент на то, что лучше повременить с повышением процентной ставки будет достаточным триггером для снижения пары ниже уровня 1.05. Британская валюта против доллара 1.2326. Ждем поддержку 1.22 и ниже. Золото 1836. Очень удачно мы зашли в сделку в начале этой недели. Я обозначил перспективу снижения на фоне той картины, которая была благодаря индексу рыночных настроений Кайман, который доступен каждому клиенту компании Amarkets. Сейчас по-прежнему большинство золота покупают, и вот, пожалуйста, доказательство того, что индикатор работает, рынок идет против толпы. Цели у нас были 1830-1840, на вебинаре в понедельник я также их обозначал, но уже их сделали, по сути. 1840 протестировали, $1836 за тройскую унцию в моменте. Поскольку все-таки отчет по инфляции сегодня и ожидается еще больше рост волатильности, настроения по индексу Кайман не меняются, я думаю, что можно рискнуть, друзья, и поставить на тест поддержки $1810 за тройскую унцию. Американский фондовый рынок 4000 пунктов. Ранее мы провели блестящую сделку, заработали на снижение фондового рынка. И я лишь подчеркиваю, друзья, для тех из вас, кто еще остается в коротких позициях, я вышел, как говорил вчера, но если вам нужно подтверждение того, правильно ли вы делаете, что все еще шортите, я хочу обозначить действительно гнетущую, мрачную атмосферу, которая сейчас есть в мировой экономике. Она обусловлена риском рецессии в США, сравнивает, опять же, проводит параллели того, как ужесточение монетарной политики влияло на экономический спад, и за 70 лет действительно ужесточение политики
Регулятором в 11 раз повышение ставки приводило к рецессии и всего лишь 2 раза к мягкой посадке, на что сейчас рассчитывает американский регулятор. Ну, тоже есть, честно говоря, о чем задуматься. Ситуация в Восточной Европе, замедление темпов роста китайской экономики, локдауны, которые действуют и будут действовать в Шанхае до конца этого месяца, еще больше станут причиной падения экономической активности, затухания экономики и впоследствии приведут к усилению проблем с цепочками поставок и с логистикой. А это уже станет причиной роста инфляции. Инфляционные риски – это вот главная проблема каждой страны мира. А сейчас эти риски пытаются сейчас нейтрализовать, угрозу нивелировать за счет повышения процентных ставок. Но я не уверен, что все это сработает. На текущем этапе обвал американского фондового рынка доказывает тот факт, что трейдеры больше напуганы, чем с каким-то оптимизмом смотрят в будущее, полагая, что какие-то следствия положительные у действий американского регулятора и прочих центральных банков будут. Что касается рынка нефти, я по-прежнему смотрю вверх. $110 – ближайшая цель и потенциальное движение выше. Ждем отчеты, друзья. Хорошей вам торговой сессии и до завтра. Всем пока.